Всем привет, друзья, меня зовут Николай, канал Boy Games, продолжаем. Сидишь, кушаник форску. Сегодня, короче, у нас, не знаю, получится, наверное, всего лишь одна битва, у меня времени чуть немного сегодня. Плюс секретка еще должна быть записана. Поглядим, короче, у нас тут трое, ой, трое, блядь. Пятеро здесь и там пятеро, разделен же отряд. Разделен отряд. Блять. Здесь побольше народу так. Ну и ладно. Мы, кстати, прокачаны. Прокачаны. Все прокачаны. И это здорово. О, Бишоп, Бишоп, сука. Бишоп. Нормально продамажил, кстати, неплохо. Скотина. Нормально продамажил. Я бы даже сказал, нехило так. Ну а чё ж теперь, ладно. Ой, там видосик отрендерился с секреткой, походу. Ну и ладно. Так, идете сюда, два. Най, хорош. Да-да, напугал. Напугал. Давай, конягу. Я, кстати, посох забыл передать в прошлой серии, да. А у кого он? А у кого он? А хрен знает у кого. Да может ты кританешь, а? Давай! Ай-яй-яй, жалко. 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 Но этот вообще вне конкуренции. Этот вообще нормальный. Так, блин, далеко эти уроды. Я хорошо так под магов встал. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой-ой. Блин, жаль. Неплохо, неплохо. Хорош. Вообще хорош. Вообще хорош. Блин, Макся походит. Или не походит. Или не походит. Не походит. У меня есть новый лучник. Крутой. А, тут еще три дебила. Да ну как же ж так-то? Ну... Вот это вот прям. Не надо. Чувак, тебе это не надо, не надо тебе это, не надо, не надо. Угу. Так. Ну, это ни о чем.
Это ни о чем. На фул хп. Без рисков. На фул хп. Блин, мог бы и первым. Что-то я лишканул, там не так много отняли. Да я чуть переволновался, не дай бог убьют, она только присоединилась. Ее качать надо. Ее качать надо. Ее качать надо. Две бабы с Бойзом, неплохо. Неплохо, неплохо. Неплохо. Ну да, ты заблочишь. Ты заблочишь. Скот, сука. Да ты чё, какие 8? Ты чё, блин, так мало? 8, это прикол вообще жестокий. Нормально, нормально, нормально. Нормально. Этот тут вообще один стоит. Что-то бронированные какие-то эти. Блин, а если устник поможет ему, то кому-то сейчас будет больно. Сваливать надо оттуда снизу, сваливать. Ну ладно. Ладно, ладно, терпимо еще. Это ты удачно подошел, чел. Это ты удачно подошел. Прям вообще без проблем. Ну, в принципе, для мага. Не для этого мага, а для вот этого мага. Во, ману сэкономили, и опыт большой поимели. А ладно, стой пока, ударь. Там второй хиллер есть, и третий есть. Ну да, ну да, ну да, ну да, ну да, ну да. Кто бы сомневался, что ты увернешься? Я не сомневался. Нижний еще там есть сверху. Ой, сверху, блядь, снизу. Вот эти троицы. Троица вот это вот. Молочек. Только убей, пожалуйста. Молодец. Кстати, 11 неплохо вообще. Вообще неплохо. Во-во-во, ребятки, выходим, 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 выходим. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, прям под мага. Ой, молодцы. Как же вы хорошо вышли-то, а? На максимум своего хода, плюс встали еще. Ой, ой, как хорошо-то. Ой, как хорошо-то, а?
Давай, еще и ты. Ой, молодец. Нормально, 11. 11, неплохо. Восстановили все и нормуль. Ха, читер, бляха. Читер. Ну, главный, ты чё не добегаешь? Так, у тебя большой уровень, тебе не надо. Блин, надо было ударить. Надо было ударить. Чё-то я не это... Не продумал этот момент, что он полный. Перчаточки новые вряд ли подвезут, так что рассчитывать на это нет смысла. Давай пока. Двадцатку. Ехерею, хорош. Вот это хорош. И магичку прикрыли. Вот как раз для нее прям самое то, самое то. Ну, походит он разочек, и хер бы с ним. И хер бы с ним. Так, что там, пегасы будут вылетать, нет? Пегасы будут вылетать, нет? Да, полетели, а ну им пора уже. Им уже пора. Все такая ржачная у них траектория, конечно. Ржачная. Так, хорош. Еще хпшки и экспшки. А, нет, не надо. Вот так вот. Можете подходить по одному. Скудно, скудно, женщина, скудно. Очень скудно. Так, ну сейчас эти три ублюдка подлетят, да? Угу. Ну и все, они отъехали. Они отъехали. Вот козлы в линию не встают. Не встают в линию. Ты чё, упырь? Многовато что-то отнял, кстати, многовато. Но у меня Майфейр есть. У меня Майфейер есть. Вот какие же гниды, а? Ну и все. Вот теперь вы точно трупцы. Теперь вы точно трупцы. Это я вам прям официально заявляю. Первый есть. Никчемыш, сука. Ты думал, ты спрячешься среди бочек? От этого терминатора еще никто не уходил, блядь.
От этого жесткого парня еще никто не уходил, да? Что уровней нет в этом бою, не особо сыпет. Ну только не 8. Хотя 2 единички останутся для магички той. Но нет. Десятку аж, нифига себе. Десятку аж, нормально. Будешь ходить, нет? Блин, про тебя я вообще забыл, что тебя хилить надо. Только так достану. Хотел с руки ударить, ну ладно. Хотел с руки ударить, но ладно. Блин, как мне не вовремя звонят. Надо сбрасывать трубку, сбрасывать. Не могу я сейчас разговаривать. Не могу. Не могу. Не могу. Потом поговорим. После записи. Так что, ребятки, не обессудьте меня за такой короткий ролик. Всего лишь с одной битвой, но просто времени нет. Сегодня день загружен просто до нельзя. Уже у меня уже выходить по сути надо, по идее. Но, блин, надо же хоть что-то записать. Хоть что-то надо записать. О, придурок. Придурок. Ой, молочек, молочек, молочек. Маг просто слился, как тряпочка. Как тряпочка слился маг. Как тряпка. Вообще, беспонтово. Беспонтово. Так. А, ну, здрасте. Так, еще один удар, и магичка добивает. Можно так делать? Или она ходит? Хотя не должна. Делаем. А, 14. Блять, я думал 10. А 10 он отнял. Хотя ладно, восьмерочку она снимет вторым. 100%. Блин, там маг еще. Там маг. Хотя вот так нормально. Девка. Блять, дурак. Что же я натворил-то, блять? Хотя ладно, лишние 14 опыта, он сходит, херню отнимет, а я его потом добью. Это все нормуль. Нормально, нормально. 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 Третьим хилом, ой, придурок. Ну трать, трать, мне что, жалко, что ли? Неплохо. Но у меня есть кем подхилить, так что два брата тут акробата. Это все хрень. Это все херня. Или тобой пока добить. Тоже опыт надо. Тоже опыт надо.
уровень не лишний будет, так сказать. Так, ну чё, бишопчик, отлетай сейчас. Первый. Можно еще раз? Нет, спасибо. Спасибо. Не хотишь, как хотишь, так сказать. Не хотишь, как хотишь. Нет, добивать тебя не буду, потому что бишоп главный. Ну добей, пожалуйста. Ну это понятно. Вот потому тоже столько же можно. Наоборот было бы хорошо. Ну что за западло? Хотя уровень. Вот это уже мощь. Это уже дело, кстати. Это уже дело. Это уже дело. Ну, три брони, это как само собой разумеется. Что, даже не успеет походить. О-о-о. До свидания, блядь. До свидания, так сказать. Чё? Так, гьянчик, гьянчик, мудак. Да-да-да-да-да, ник Принц Киприса, только что все поняли, блядь, ну пиздец. А тебя куда пихать? Тебя пихать-то некуда. Тебя и пихать-то некуда, дебилу. Да, вот такой вот короткий ролик, ребятки, сегодня получится, времени вообще нет. Я бы записал вторую битву с удовольствием, но у меня просто времени нет. Опа! А вот это же новые, 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 новые. Нахер, Мадл Сворд, дай мне новый меч. Новое копье тоже дай. Нихера у тебя там копий. Все, продам все. Хлебца надо, наверное, потратить. Чё они валяются? Чё они валяются? Так, бета у меня есть. Да. А вот Battle Grow. А Battle Grow у меня нет. У меня такие никчемные. Эх, нихера, Крей по атаке-то пока лучше будет. А Крей-то по атаке-то пока лучше будет. А этот не подходит больше никому, да? Нет, кстати, прикинь. 5500 пушка дороговатая. Фига у тебя снарядов. А пушка где? А, она у тебя, и она хуже уже. Ну тогда вот это тебе, дружище. А сейчас все остальное вот это мы продадим. Это нахер. Это нахер. Это нахер. На один больше только пригодилось. Прикол. Чё, и все? Тогда же осталось только посох передать и закончить на этом, ребятки. Перец, кстати, пусть лежит, пригодится. Блядь, где посох-то, блядь, подожди. Протект. А, это тебе? Ой, хорошо. А второй можно для второй магички тоже?
Ой, он девки еще добавляет. Красив, красив. Так, у нее мало хпшки у Иши. Давай ей накинем. 23. А вот той сколько? 27. Да, ей надо накидывать. Блять, Майфейр накинул нечаянно. Ну ладно, ей тоже, в принципе, пойдет. Давай один Майфейр тогда. Ладно, раз уж так получилось. А второй... тебе. Во, по четверочке. В принципе, кстати, даже неплохо получилось. Ладно, ребятки, давайте на этом закончим. В следующей серии продолжим, уже побольше поиграем. Так просто выходит сегодня. Вот, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, смотрите влоги. И всем до встречи в следующей серии. И всем пока.